Новый зал Дома культуры в Горках Десятых принимает гостей. Сюда впервые передали символы 8-го этапа военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Школьники встретили ее в парадной форме, хором спели гимн России всем залом. Это уже, скорее всего, плоды наших 8 этапов. То есть отрадно видеть, что в детях наших, он, я уверен, и присутствовал, но он еще больше расцветает, патриотизм и любовь к нашей родине. Патриотизм и уважение к подвигу русских солдат и воспитывает эта эстафета. В школах и учреждениях культуры ребята разучивают к ней песни на военную тематику, ставят танцы, снимают ролики. Так они не только хранят память, но и узнают много нового об истории страны. Что такое Тула? Это небольшой городок около Москвы. И когда коснулась ответственная миссия не пускать врага в Москву, они все вышли из этого города, из Тулы, и сказали: мы не только не в Москву не пустим, но мы не пустим и в свою Тулу. 43 дня Тула находилась в полуокружении. Удержание обороны сорвало планы Гитлера по молниеносному прорыву к Москве. Символы эстафеты «Салют Победе», которые передаются по нашему округу, напоминают о том времени и хранят память о героях. Полина Бахова, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».